Глава города предложил внести ряд усовершенствований в законодательство. Олег Грищенко направил депутату Государственной думы Ольге Баталиной несколько предложений, которые смогут повысить эффективность деятельности местного самоуправления. Глава Саратова предлагает для укрепления финансовой базы увеличить нормативы отчислений в местные бюджеты от федеральных и региональных налогов, а также ввести специальные налоговые режимы. Упоминает Олег Грищенко и о проблеме сбора и вывоза твердых бытовых отходов закрепить в законодательстве обязанность собственников частных жилых домов заключать договоры со специализированными организациями на оказание услуг по сбору и вывозу мусора. Также глава Саратова предложил рассмотреть внесение изменений в федеральный закон, чтобы закрепить возможности использования средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на оплату площади жилых помещений, превышающей нормы, установленные жилищным кодексом при переселении граждан из аварийного жилья. В настоящее время эту разницу приходится оплачивать из и так дефицитного муниципального бюджета. Необходимо также уладить противоречия между градостроительным и воздушным кодексами Российской Федерации в части требований к предоставляемым документам для выдачи разрешений на строительство в пределах аэродромной территории. В настоящее время согласование с собственниками аэродрома не включено в перечень требований, предъявляемых градостроительным кодексом Российской Федерации. Нужно исключить в будущем такие ситуации, как с компанией «Новострой-21 век», чьи дольщики не могут получить законокупленные квартиры.